Муравленковцы присоединились к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Она прошла во всех регионах России и более чем в 40 странах мира. В Муравленко площадкой ее проведения по традиции стала третья школа. Около 100 горожан ответили на вопросы о героях великих сражений, подвигах юных партизан, важных переломных моментах Великой Отечественной войны, о жизни в тылу. Я считаю, вопросы были очень интересные, они были даже немножко трудные. Тест в целом был достаточно познавательный, интересный. Я считаю, то, что каждый должен уметь пройти этот тест. Это наша история. Самыми легкими были, ну, это, которые мы в истории проходим. Там Курская битва, там Сталинградская. Вопросы были интересные. На самом деле тест подразумевает какое-то глубокое изучение истории, не базовый уровень. Нам показалось достаточно сложным тест. Международная акция проходит уже четвертый год и с каждым разом собирает все больше жителей. Каждый, кто решил проверить свои знания по истории Отечества, получил сертификат участника.